Всем привет, ребята, с вами снова Эйфи, это первый взгляд на игру Medal of Honor Warfighter. Данную игру кинули в предложку в группе ВК, поэтому я ее записываю. Вот. В игру я не играла, по крайней мере в эту часть. Вот, может быть, играла какую-то из прошлых частей, но я вот не помню вообще, потому что это было, если и было точнее, то это очень давно происходило и просто не упомнить всего. Вот. И первое, что на самом деле мне бросилось в глаза, это то, что настроек в принципе нету в начале, вот на начальном экране. То есть настройки только вот здесь они появляются, когда нажимаешь на одиночную игру. Уровень сложности нормальный возьму. И давайте смотреть, что оно и как. Многих видов оружия есть что-то там дополнительные атаки какие-то, что ли. Не успела прочитать. Нация проявляет себя не только в людях, которым она дает жизнь, но и в том, каким людям она воздает почести, каких людей помнит. Притчер 8 недель назад. На самом деле, это вторая моя попытка записать данное видео. При первой попытке у меня отключили свет. Вот. И просто-напросто похерилась запись. Как бы запись самой игры вроде как бы восстановилась, но запись с вебки нет. Поэтому... Ну, там я недалеко вообще абсолютно прошла, поэтому все окей. На самом деле, скорее всего, если я и буду с чем-то сравнивать данную игру, то, наверное, это будет колда. Вот, потому что это, наверное, единственный такой вот шутер на военную всякую эту тематику, который я прошла с первую там по третий Warfare, наверное. Входим и выходим. Никто не узнает. Выглядит приятно. Мне почему-то мне третью Бату напоминает. Я немножко в нее играла. Нет, снимай его. Вот наш грузовик. Не стреляй. Вот. Иначе конец. Просто заложи заряд. Я прикрою сзади. На самом деле я себе меняла управление под себя. Вот. Но отрубился свет, отрубился, соответственно, как бы, ну, бесперебойник у меня хоть и стоит, но все равно надо сразу выключать. По-моему, я ему ни в голову ни хрена не выстрелила. Вот. Короче говоря, то управление, которое я настроила, оно почему-то похерилось. Я вот... Я вот, кстати, не помню, когда третья батла вышла. И на деле очень громкая игра, хоть я и понизила где-то до половины. До половины я понизила громкость, но она жутко орёт. Игра жутко орёт, я не знаю почему. Как бы, но в любом случае вам я сделаю потише. Как бы я уже сама потерплю. Не буду уже ничего там останавливать, вырубать и так далее. Ну блин. А. Буду,
Да ёб твою за ногу. О, да. Я потрясающе стреляю. Первый раз, когда я тут стреляла в эту вертушку, я попала со второго раза. Что прикольно, короткое вступление, прям очень короткое. Все не так. Лена. Черт. Почему ты бросила трубку? Я в машине. Мы в тоннель заехали. Ты что, разговариваешь за рулем? Она в машине? Я не за рулем. А кто за рулем? Папа. Еще вопросы? Извини. Кстати, что странно... Извини, ты всегда извиняешься. Я не хочу воевать. Ты ради этого живешь. Видеоролики, вот этот в данном случае видеоролик, на 30 кадров заочно. Мазер, это Дасти. Что за чертовщина у вас творится? Стиральня. Мы заложили обычную взрывчатку, а потом на нас вдруг посыпались контейнеры и начал стрелять чертов вертолет. Мы уверены, что это был не береговой патруль. Не он. Я получаю сигналы отовсюду, от Манилы до Восточной Африки. Вы кого-то очень разозлили этим фейерверком. Есть мысли, кого? Это длинный список, брат. Как насчет того, чтобы оказать ЦРУ услугу и остаться в порту? Может, список получится сократить. Это не флотским решать, Дасти. Нам нужно разрешение с самого верха. Уже получил. Само собой. Что у тебя с местными ресурсами? У нас был человек, позывной Аргир, из ячейки на Аравийском полуострове. Был человек? Мы уже несколько месяцев ничего от него не получали. Вот что плохо, его могли убить, перевербовать. Он может быть где угодно. Да, вот видеоролики на 30 кадров заученные, а все остальное, ну, как бы, обычно, нормально. Я не знаю, как вы попали сюда, это не важно. Важно то, что у наших дверей неверные, они украли то, что наши по праву. Чтобы стать одним из нас, вы должны доказать, что достойны. Посмотрим. Братья, которых вы встретите инструкторы, они будут учить вас обращению с оружием и тактике. Некоторые из вас будут учиться больше, чтобы нести джихад в земле неверных. Покажите, на что вы способны. Okay. Mm-hmm. Я управление в итоге просто-напросто не меняла, оно у меня дефолтное стоит, тут и все. Ну, пропусти меня. Окей.
Я вот не знаю, это вообще удобно вот так вот прицеливаться? То есть, видите, мушка находится на оптике. Это вообще удобно? Я вообще впервые такой вижу прикол. Как бы, если кто-то шарит, разбирается, плес. Скажите. В комментах отпишитесь, потому что, ну, как бы... Вообще не знаю, удобно это или нет. Это, по сути, надо прям конкретно... О, куда? Вот это вот на время эти приколы. О! Ф! Окей. Давай удар, твою мать, давай удар ногой. Окей. А, не-не, спасибо. Куда тут надо удерживать? А, вот к тебе. А, тьфу ты. Не-не-не, я пошла. Я поняла, что мне надо делать. Я поняла. Дело плохо. Вы какие заряды использовали? Направленные. Можно уничтожить грузовик и выдать за поломку бензопровода. Второй взрыв — это не мы. Да, не вы. Рисунок взрывов другой, и они шли изнутри контейнера. Это подтверждает наше предположение о грузе взрывчатки. Ага. Есть идеи, чья она? Да. Компания «Пустышка» из Дубая. Между ним, Карачи и Филиппинами постоянно гоняют грузы. Мобильник, который вы нашли, очень нам поможет. Слушай, я должен спросить, ты как? Я нормально. Когда появляется политика, нас просят прекратить стрельбу и начать плясать. А я не танцую. Понял. Значит, Мака теперь командует Вуду? Уверен, ему не танцует он. Ой. Надеюсь, им придется попотеть. Да? А мне рассказать можешь? Пока нет. Еще поговорим, брат. Эй, Стам! Если вдруг со мной что-то случится, отдай моей бывшей. Это все, что ей достанется. Пора двигать! Остальное все уже и так у нее. Одна минута! Одна минута! Там ты занимаешься лодками. Стамп недели назад. Давай, брат, они входят. Гладиаторы на... Не знаю почему. Отстрел. Уходим, уходим. Но мне еще ассоциации с Крайзисом возникают. Со вторым, в частности. С первым как-то не так. Не знаю, кстати, почему. Именно со вторым. Принято, Динго. Мы подбираемся и наносим удар прямо в центр пиратского города. Следите за теми зданиями. Что у меня пистолеты, как обычно, да? А! Твою мать! А, типа, это так и надо было. Оп, твою мать! Ой, ёп, твою мать! Как там было?
Твою мать. О, ёб твою мать. Я просто, я не могу сориентироваться в том плане, то что... Ёлки-моталки. Немного непривычный для меня геймплей. Вот откуда он стреляет. Ага, все вижу. Меня убили. Но... Как бы... Зона на легкой сложности. Последняя контрольная точка. Непривычно немного вот, вот этот... Нисколько вот эти вот в сторону, то есть уклонения, да? А именно... вот этот с переключением прицелов и прочее. То есть я привыкла, как бы... Есть ряд оружий, то есть одно это снайперская винтовка, второе там пистолет, да, как бы и все. А. То есть как бы, вот. А тут, то есть, такое вот, ой, сори. Такое вот, типа, я бы не сказала, ну, наверное, какой-то гибридный, что ли, вариант. Необычный очень. Ну. Да ёб твою мать. Я лечь могу. Первый взгляд на то первый взгляд, что вот рили не понимаешь, как играть. Ну, как бы понимаешь в теории, начинаешь, ну, как бы садиться играть. Вот именно вот, вот в эту данную игру. И что-то как-то вообще никак. Замп наверх. Альфа за теми домами. О, меня не подстрелили. Прикинь. А чё меня не подстрелили? О-о-о! Ты прикинь! О! Ок. Реально такая вот отдача какая-то. Прям вот. Отдача, отдача. Типа, я так понимаю, приближенное что-то к реализму. Ай, твою мать. Да ёпта, ну я как бы отстреливаюсь. Чё удерживать? Бери. Ву! Ву! А! Ёп твою мать! Уля-ля! Уля-ля! Я не могу. А, то есть, как бы можно было ни туда не идти. Можно было бы пойти обойти это все, да? И типа все окей. Прикол. Прикол, конечно. Дай мне патронов. Спасибо. Ты такой добрый. Вверх по лестнице. Где ты видишь здесь лестницу?
Ёптать, ноги видно, господи. Сейчас это редко. Где ты видишь здесь лестницу? То ли я дурная, то ли чё? Подожди. Вот сюда? А, всё, понял. А, ну... Готов? Ну да. Все? О, это не было не все. Почему же ты не стреляешь в него, глупый ты челопук? Кобздец. Там снайпер. Я? Где? А где мне взять? Я так смотрю, вот тут нету, кстати. А, использовать ЛЦУ. Использую я. Ну. Давайте, Мака, пометьте цель. Окей. У меня три пушки теперь. Я все пропустила. Я так, короче говоря, как я поняла, здесь можно использовать только свои два оружия, те, которые родные. Остальные можно подбирать, но при переключении на другую пушку оно у тебя вываливается из рук. Окей. Ну это такое больше, знаете, похоже на смесь тактического шутера в плане того же Rainbow Six и чего еще, я даже не знаю. Это, наверное, все, что мне в голову такое более-менее приходит. Чё? То есть как-то вот так вот. И это робот, да? Вроде работает. У вас страховка и 7.62. Отлично. Там, надеюсь, ты не забыл. Скопырь, ваша рука сворается. Такой прикольный робот. В этом, в Кауде, помню, было похожее. Ну, как бы я говорила то, что у меня как бы сравнения будут с этой игрой больше. Я вас поняла. Блин, это как в танках. А, там не проехать. А, как же мне? А, как мне? Сюда как? Не поняла. А, подожди, сменить. Как поменять тип? Сюда, может, как-то? Нет. Я не понимаю.
как мне туда пробраться? Вообще звук пропал. Просто нафиг. А, вот так. Ты ёб твою за ногу. Ну и как? Давай. То есть, ну, как бы, понятное дело, ну. Пойдем по таким более поверхностям. По покатам. Я еще не все. Робот вас спасет всех. Все, типа? Я проиграла? Или что? Или как? Я не просто не знаю. Ну, окей. А, ну типа так и надо было. Хорошо, я поняла. Ну. А. Ой, мне так нравится, когда надо подождать, вот знаете, какого-то определенного персонажа, чтобы сработал скрипт, чтобы я смогла открыть эту чертову дверь. Обожаю. Просто обожаю. Алло! Я вообще-то тебя убила, дядя. Что делают в этот момент мои соратники, так скажем? Неизвестно. Ну да, это больше такой именно а-ля тактика шутер. Ну да, тут и в прострелы такие можно выстреливать, то есть чисто, чисто вот прям. Ёб твою мать. А, я не могу туда выпрыгнуть. Капец. Как-то странно, звуки работают, если честно. Не знаю, с чем это связано. Куда? Цель прямо! 20 метров! Твою мать, убить нас! В смысле, обо что оно ударилось там? Или вообще, где звуки? Куда делись? Алло. Чё за прикол? Какая милота. А звуков нет. Чё это за треск? Ну. А, прикольно. Я вообще не понимаю, что со звуками случилось. Они какие-то глухие, вообще не воспроизводятся некоторые. Ну а сейчас есть.
Ёб твою мать! Чё? Ух. Ну ты не можешь его застрелить, что ли? Серьезно? Серьезно? Дядя, серьезно? Здравствуйте. О! Неплохо. Твою мать! Ок. Вот-вот, звука сейчас вот не было того, что я перезарядилась. Что за фигня вообще? Мак-1, это Гризли 6 главный. Нас прижали к берегу. Мне вообще... Да все, уже никого там нет. Понял вас. Давайте быстрее, они пристреливаются. Вас понял. Го-го-го. Как... О. Да ногой! Аллах! Вот это дядя спрыгнул просто божественно. Просто креатив технолюжинс какой-то. Балдею просто. Не, ну, в целом, играть интересно. Ну, прикольно. Так, держит напряжение, однако. Единственное, ну, понятное дело, подмораживает, когда в тебя выцеливают в башку, ну, как бы, блин. О, пропал звук. Почему? Ну, думаю, это как бы не особо будет прям так существенно. Все-таки это первый взгляд. Сейчас давайте дойдем до какого-то такого глобального сейва. И ох, я буду завершать. Они повсюду. Стам, давай их уберем. Как бы, учитывая то, что я играла в Мизери, а там просто в башку тебя только так выцеливают, как бы здесь еще это все очень даже божески сделано. Ой, приколы со снайперкой, моя любимая. Я тебе поправку на траектории помню. Дыхание задерживать. Нет, ага, возле знака. Впереди, чуть левее. Еще одна цель, тоже сектор. Точняк. Цель уничтожена. Хорошо. Они вышли. Внизу башни две цели. В смысле? Я ж в него попала. Этот готов. Чуток повыше и попал бы в голову. Что? Заметил. Стамп, не давай ему шанс. Мы под огнем. Мочи его. Я не вижу его. Стамп, уничтожить их, доходи пока.
Пила 1-6, РПГ уничтожен. Все чисто. Я... Осторожно, осталось несколько недобитков, Сакар. Вас понял, цель принята. Спешу и запишу. Рили, не понимаю, почему. Как бы, типа, окей, поправка на ве... Этот вообще просто сдох. Эй! Вижу движение в том отеле! РПГ, наведи опять на башню. Прямо в центре, наверху. Вот дерьмо, мы под обстрелом. Стам, сними гранатометчика. Пошли, пошли, по нам стреляют. Стам, помоги, Пиле. Да пытаюсь. Выше. Отставить, отставить, слишком плотный обстрел. Угу. Я, что самое интересное, я как бы пытаюсь выше брать, не попадает. Пытаюсь брать левее и правее, не попадает. Не... А! Пофиг. В смысле правее? Я не могу... Охрененно, вот это оно. Ну вот что это? Что это? Что это? Что это? Ай, блин. Если готов. Еще одна цель тоже где-то. Ага, возле знака. Впереди, чуть левее. Цель уничтожена. Хорошо. Они вышли, они вышли. Внизу башни две цели. Оно просто-напросто мне не, неудобно, мне не видно, как летит. Ага, все, я поняла. Все, вижу. Заметил. Там, не давай ему шанс. Под огнем. Мочи. Там, уничтожить их, доходя к шага. Все, я теперь приноровилась. Ну, прикольно, кстати, мне нравится то, что это тут вот так вот сделано. Выше. А, он умер. Ну, прикольно сделано. На самом деле, мне вот нравится вот такое вот, когда, то есть, реально надо не выцеливать вот именно там, знаете, часть какую-то, то есть, пиксель в плане, вот куда кружок бьет, ну, куда указатель показывает, да, туда надо, типа, целиться и стрелять, то есть, показывать указатель в голову, ты стреляешь в голову, ну, попадает ровно в голову, то есть, надо брать, то есть, как бы выше, давай, ниже и так далее, вот. И вот видишь прям, как вот пуля летит. В Мадрид. Это прям... Прям мне очень нравится. По крайней мере, хоть кто-то будет рад тебя видеть. Она в машине. Она спит. Она думает, ты умеешь ходить по воде. И чтобы я не говорила, этого не изменить. Только не жди того, чего ты ждешь, когда мы встретимся. Я тебя понял. Я возьму себе номер в отеле. Но я хочу провести время с Беллой. А мы с тобой можем поговорить. Просто поговорить. Мы с тобой говорили уже 1000 раз. Хватит. Не надо, не сейчас. Кое-что случилось. И все поменялось. Том, что поменялось? То, кто ты такой, то, что ты делаешь, то, что должен делать, ничего и никогда не изменится. Все поменялось. Ты все время уходишь от ответа. Послушай, просто скажи, как есть. Завтра. При встрече. Кто тебе сказал? Да ладно тебе. Ты увольняешься со службы, а я узнаю это от кого-то еще. Тут дело в политике, сам понимаешь. 22 года старания, а потом нас гонят за то, что мы поступили правильно. Значит, все решено. Ты вышел из игры? Не вышел. Меня вывели. Но у меня есть варианты. Как дела у Притчера? Не очень. Собрался, спокойно вышел в отставку и поехал в Мадрид. Говорит, хочет наладить семейную жизнь. Удачи ему.
Значит, в Мадрид. Лена и Белла не дома? Нет, они у ее родителей. Окей. Ладно, ребята, хочу сказать, что? Что я, собственно, хочу сказать? Хотела сказать, что большое спасибо за то, что смотрели, а перед тем, как я это скажу, точнее, как я, короче, попрощаюсь с вами, вот, насчет игры, на самом деле, непривычно, мне очень непривычно в данную игру играть после того же Вольфенштейна, точнее, да. Вот. Единственное, что вот, ну, я говорила, и мне это напоминает этот... господи... тактический шутер какой-то. То есть тот же Rainbow Six, или как он там, Siege, по-моему, Siege, да? Если не ошибаюсь. Вот. Еще какой-то до этого я играла, я забыла, как он называется, если честно. Довольно древний. Вот, но вполне себе такой вариативный. Вот, как бы, и вот то, что я говорила, мне дико понравилось, это вот эти вот поправки на ветер. То есть оно поначалу непонятно, как бы, да, вот, то есть что, куда, как оно летит. Вот, потом, когда уже замечаешь, как летит вот пуля, траекторию ее, тогда уже гораздо легче становится. Это очень, ну, мне, по крайней мере, такое нравится в играх, это интересно. Вот, то есть вот эта поправка на ветер и прочее. Вот. А так, в целом, неплохая игра для своего времени. Насколько я помню, она в 2012 году вышла. Вот. И я, честно, не следила за ней, не играла в нее до этого, вот, по крайней мере, в эту часть. Вот. И я не знаю, есть ли последующие части или нет, но, насколько я смотрела, вроде бы как нет. А если то, что выпускали, как я знаю, фанаты не особо были в восторге. Вот, поэтому, в общем и целом, вполне себе годный, сейчас, вполне себе годный шутер, вот, можно спокойно себе сидеть и играть, вот, как бы, ну, это как мне, как на первый мой такой взгляд, да, вот беглый. То есть, как оно там дальше будет, насколько интересно, насколько затягивающе, насколько динамично, не знаю. Вот, поэтому вы можете в комментариях отписаться насчет игры, насчет того, как вам она, играли вы в нее, вот, вообще серия игр в целом, это, и так далее, и тому подобное. Мне будет интересно почитать, посмотреть, вот, комментарии я читаю и отвечаю на них, вот. Так что еще раз хочу сказать всем большое спасибо за то, что смотрели, вот, всем до следующего видео. До скорого и пока.